catch a glimpse of me. But don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you tried to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer? Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня я вам хочу показать маечку. Маечка летняя, маечка пляжная, маечка, которую можно одевать на футболочку. Итак, посредине этой маечки я вывязала большой такой квадрат интересным узором. А этот интересный узор я нашла на вот этой вот сумочке. И не стала я долго заморачиваться, быстренько связала по этой сумочке вот такой вот квадрат. Потом, уже когда я это вывязала, я нашла узор. Узор этого квадрата. Вот сейчас я вам показываю его. Может, кому он понравился, вяжите, пожалуйста, на здоровье. Итак. Вот она, эта сумочка была, такая вот интересная, оранжевая, и посредине вот этот узор. И вот этот вот узорчик, вот эта вот сумочка, меня вдохновила на такую вот мою прекрасную работу. Вяжется это очень быстро. Я снимала несколько уроков об этой маечки, так что можете посмотреть. Ну и фишечка здесь, конечно, фишечка в спиночке. Спиночка с таким вот интересным хвостиком. Хвостик тоже у меня есть, схемка. Вот она, эта схемка, по которой я вывязывала этот хвостик. А этот хвостик, эта схемка предназначена для салфеточки. Это вот один элемент салфетки. И я его использовала для того, чтобы вывязать вот такой вот прекрасный хвостик на спиночке. Он так интересно свисает, с интересным вот таким вот кружочком, от которого расходятся интересные дорожечки. И на конце этого хвостика, ну, вот такие, я не знаю, как тюльпанчики, мочки, просто интересные фишечки. Сама эта маечка связана очень простым узором. Также на канале я показывала, как вязать. Маечка эта вязалась в две стороны. Вот вывязала я квадрат и пошла с одной стороны вязать. И потом вязала с другой стороны. И посерединке вот здесь был у меня как бы разрез. Вот здесь вязано все по рисунку шло. А здесь я оставила такой разрез. И потом в этот разрез вставила этот вот интересный хвостик. Вот я вам показала такую маечку. Интересную маечку, которую можно одеть и на футболочку, которую можно одеть просто на купальник на пляже. И вот вам идейка. Вяжите, наслаждайтесь. С вами была Любовь. Пока-пока. До новых встреч.